оказалось неудачным. Каспер Уэйр, сведение точно в цель. ЦСКА, Каспер Уэйр на Николу Милутинова, и мяч в корзину проваливается. Никола забивает энд-ван. И также Трент Фрейзер. Иванухов, сверхдальний трехочковый, мяч в корзине. Сейчас возможность набрать очки второго шанса, а Даллас Мур промахиваться не будет, ведь... Когда играл, большую часть времени проводил Джили, где был настоящей звездой. А так ЦСКА продолжается, Уэйр сравнивает счет своим... Атаки забрать не сумел. С другой стороны, у ЦСКА быстрый отрыв не получился, хотя вот этот бросок Каспера Уэйра, что тогда это, если не быстрый отрыв? Сейчас с мячом расстается Уэйр на Кейкука, и тот заносит мяч сверху с двух рук.